Przed swoim Александра. Мой инстаграм? Это правильно? Нет, неправильно. Нет, не так. Вот так, Алекс, да? Алекс, да, Фонсека. Ага. Есть такое у тебя? Но он здесь не находит, это потому что прямой эфир. Ну что, Никита? Иди, садись. Кто? А, ребят, привет, привет. Сейчас мы начинаем. Сейчас мы начинаем прямой эфир с Александрой. Саша здесь, поздоровайся, Саша. Саша, поздоровайся со всеми. Я со всеми здороваюсь. Привет. А, здесь был пробный. У нас будет... Так, сейчас будет демо инками, тушью, портреты с натуры. Я заняла хорошее положение. У нас здесь модель. И здесь художник. Модель, художник. Художник, модель, да. И у нас все модели сегодня тоже являются художниками, правильно? Да. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте. Я буду периодически показывать. Может, у меня не получится. Началось. Такое бывает. Саша работает кистями рублев. Да, это тушь. Ты будешь не только черную тушь использовать, да, сегодня, еще возможно, и другую? А как настроение? Пока что только черную. Но я взяла на всякий случай разную. Честно говоря, я ее взяла, потому что я подумала, что с моим везением может так получиться, что черный тюбик, черный флакончик с тушью упадет и разобьется. Тогда у меня будет еще красная, коричневая, голубая. Привет тем, кто присоединяется. Еще раз скажу, что у нас сегодня демо. Портрет тушью с натуры. Все теми же кистями рублев. Сегодня уже их пробуем совсем в другом деле. Зрители просят портрет красной тушью, если есть. Есть красная тушь. Что мне за это будет? Когда ошибся, если ошибся тушью, это я, Никит, тебе говорю, что ты потом будешь писать. То надо тогда ничего стереть же нельзя, нужно добавить что-нибудь срочно. Что добавить можно? Фон? Например, фон можно добавить, какие-то линии, которыми можно замаскировать. А в чем была ошибка, Саша? Слишком были маленькое лицо по отношению к массе волос. Угу. Потому что на самом деле, потому что девочка до этого рисовала с пышными волосами. Ты же понимаешь, что чем больше волос, тем красивее.
уже угадывается модель. Пишут в комментариях нам. Я рада. Главное, эти профи, конечно, профи. Александра получила приз салона, да, Саш? Да, в 14-м, правда, году. Что хотелось бы, конечно, за что? Скажи, пожалуйста, пока мы в эфире, ты же знаешь больше. Это был портрет обнаженного мужчины, написанный лессировками. Маслом. Кому интересно, я могу позже показать картину эту. Тебе поздравления, цветы, воздушный поцелуй, шампанское. Куда будет подходить за шампанское? Уроки французского. Наши любимые уроки французского. Alors celui qu'elle a adopté, c'est le petit martre Kolinsky naturel. Ну как-то так. Чудесно. Подпись. Ставь подпись. А как тебе кисть, Саш? Сколько минут занимает у нас портрет? 4 минуты? 5? Ну, около 10 минут, может быть, 8-10. И вот подпись. Подпись стоит. Следующий, кто у нас? Красивая следующая модель. Можно я? Пожалуйста. Можно, да? Сейчас знакомься, это моя подруга Катя. Ты будешь сейчас рисовать. Вот и познакомимся. Это тушь. Да-да, это тушь. Еще одна Катя. Ой, давай я тебя на тайм-лап запишу. Сегодня у нас модели не только для художника, но в принципе модели как модели. И в жизни. Это у нас Екатерина. Все, готово. Чуть-чуть повернитесь. Очень красивая модель. Ну, вот так или туда куда-нибудь. В три четверти ко мне. Так. Тоже художник? Диджей. Или нет? Кто? Диджей. Диджей. Художник или нет еще? Нет. Еще. Нет еще. Диджей. Да. Да, девушка очень красивая. Музыка. Только не вертись. Сколько у нас сегодня моделей? Я не знаю, не считала, как повезет. Александра привела с собой всех красивых моделей, самых на лучших. Других нету, нету других. И не может быть. Это обычные печатные листы и черная тушь. Я хочу попробовать еще на другой бумаге нарисовать. Сейчас я пробую другой кисточкой, не знаю. Это еще одна кисть, да, другая? Имитацион белка.
имитация белки. Как кончик? Острый. Хороший. QF10 серия. А номер? Номер 8. Реснички уже на месте. Ну, я стараюсь намечать, когда глаза, я стараюсь, когда это кистевой именно набросок, не делать сразу линию, а наметить, да, как бы мелкими какими-то деталями, потому что, если что, так просто проще потом исправить. Ну, особенно, ну, когда есть ресницы, это же хорошо. А обычно какими кистями ты рисуешь, Саша? Обычно я рисую маслом Галантон. Это для тебя такой первый экспириенс с тушью, ну, портрета? Ну, это не первый, конечно, но это как бы как комплементарная, да, какая-то деятельность. Мне просто нравится. Угу. Я считаю, что это здорово тренирует руку. И считаю, что это вообще надо делать. Но, как так, часто ты делаешь это? Хотелось бы чаще, да? Хотелось бы чаще, да. Вот вы двигаетесь, улыбаетесь. Вот я вам нос короткий сделала. Ну ничего. Так что нос короткий, да? Чем длинный? Ну я бы все-таки немножечко. Так. Ну все, я теперь прямо у меня это самое. Теперь надо все-таки еще раз нарисовать будет. Да. Принудительно. Маслом. Принудительно. Маслом. Саша, ты всегда пишешь чисто без карандаша, сразу, если делаешь вот такие скетчи тушью? Да. Да. Карандаши для слабаков. Да, не для комсомольцев. Вот, вот так и есть. Ну, в общем, честно говоря, не совсем. Но я первый. Подпись. А то здесь художников много, каждый потом может подойти и свою поставить. Я попробую, если хочется кисточкой, попробовать. Может, попробуем? Саш, попробуем красной тушью, не хочешь? Попробую, хорошо. А можно тоже? Да. Нет, хорошо. Ну, давайте. Только мне тогда нужно будет какая-то, можно стаканчик? Стаканчик? Я сняла на таймлапс практически до конца, потом телефон вырубился. Так, по просьбе зрителей. Так, Александра привела своих учеников и сейчас будет выбрасывать их из зоны комфорта очень далеко. Ребята разбегаются. На самом деле, вы для этого же пришли, правда. Ага, после... ты же, наверное, что-то другое им обещала. Представитель фирмы Рублев, у нас следующая модель. Я попробую на другой бумаге. На этой бумаге. Ну давайте как-то зафиксируйтесь в красивой позе. Ну красная тушь мы рисуем, значит, точно так, секрет, точно так же, как... Представители кистей Рублев, кистью Рублев.
На самом деле, конечно, Саша рисует вином или кровью, кровью белок. Имитацией крови белок. Единорога. Кстати, кисти из единорога уже закончились, еще на вернисаже. Да? Где дочка? Закария. Это, кстати, вот... А, вы же знаете, да, что это... Дочка. Кто? А, нет, это дочка? Саша, да, это Саша дочка. А глаза Сашины, Саши-то... Сашина дочка, да, в то же время. И Сашина работа. И глаза. Да. Родные, наверное. Родственники. Что, давай сядем рисовать сбоку. Ну что, мы все пришли рисовать, давай сейчас. Мои партнеры sont devenus modèles. Мы sommes ici avec Elena Chouletti, représentante à l'export de Roublon. Лена очень красивая. Fait avec Marthe Kolinsky, numéro combien? On ne sait pas. On demandera après. Chez quoi? Kolinsky, Kolinsky, numéro 1100. Что вы скажете по эту кисточку? Ну, только пусть другая говорит. Нельзя разговаривать. Модель же. Виктория. А это третья кисть, да? Еще одна? Еще одна, да. En fait, je l'ai choisi, je ne regarde pas, en fait, je prends comme ça, juste à l'œil, et en fait, chaque fois, il y a un pinceau qui est plus commode, qui donne vraiment le trait comme j'aime, ça c'est Kolinsky. Mais après, les autres pinceaux, c'est vrai qu'ils ont aussi, ils ont très maniables. Mais toi, tu travailles à Kolinsky, même à l'huile, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est vraiment ta... Non, mais ça, c'est ta fourrure, si je peux dire, t'es pas le poil de pinceau préféré. Mais c'est pas étonnant parce que les meilleurs Kolinsky évidemment sont chez Roublon parce que c'est une société qui se trouve à côté de l'Oural et il y a quand même beaucoup d'animaux sauvages et c'est les chasseurs qui les fournissent en fourrure et l'usine en fait qui se trouve dans une jolie ville de Vertka et emploie des professionnels qui trient les poils une par une qui sont réunis manuellement donc en fait c'est vraiment handmade brushes. Réellement des pinceaux qui sont avec le souci particulier pour les poils. Здесь нет, а вообще потом можно будет. Здесь бесплатно дают. Подарок вы можете взять вот эти. Разделить. Ну все, пакеточка. А что, мы сторис выставили? On travaille sur le huit, ouais. Parce que depuis notre plus jeune âge, nous avons dans les écoles d'art, les séances de peinture en plein air, les croquis, oui, sur le modèle vivant. On oblige après les vacances de venir avec des tonnes de dessins. Qu'est-ce que tu as dessiné? Où tu as été? Qu'est-ce que tu as fait? Avec quel type tu as travaillé? Tout ça. Et donc, Alexandra, qui est une originaire du sud de la... Russie, aux alentours à Краснодар, c'est ça? Она легко. Кстати, смотри, я буду приставать к себе. Спасибо, что хочешь, да? А что? Не нравится. Не, давай, что? Я хочу быть артисткой. Будем очень много пошли. Mal de choses vraiment sublimes. Voilà, il y a en fait deux représentants de cette école de Krasnodar, Alexandra et Elena Moreau, dans notre groupe, à part elle, toutes les autres sont
Саша, здесь подписчики, которые смотрят нас в прямом эфире, они восторгаются и говорят, что плюс один, плюс два фанатов у тебя уже есть, и все больше их становится. Ты молодец, талантливая. Да. Браво. Et il y a le de Fonseca, c'est ça en fait. C'est Alexandra Fonseca. Et dis-moi ton vrai nom. Подпись уже готова. Alexandra Gubuchkina de Fonseca. Voilà. Gubuchkina de Fonseca. Потрясающе. Можно мы будем рисовать? Конечно. А мы вот так вот сядем. Все. Нет, тут один стул, мы хотим несколько человек сесть, рисовать. Несколько человек рисовать? Нет, мы несколько как раз сядем рисовать, одного. Кто сядет? Никита, я сбоку, все могу сесть. Мы можем Кать опять рисовать. По одному рисуйте. По одному. Нету стула. Я на колени встану. Иди, если пока не пересняться. Я не слева, не слева, а Абсолютно. А два? А четыре марки, да? Но люди сидят ансамбль. Можно то же самое на русском для наших зрителей? Сейчас мои ученики рвутся рисовать, мы хотят вдвоем обязательно, поэтому сейчас... Стесняемся. Да, хотят обязательно вдвоем, поэтому сейчас мы устроимся поудобнее и... Так, кто у нас будет рисовать? Представьтесь. Оксана. Оксана будет рисовать. Я буду позировать. А, Никита. Никита попозировал, сейчас Никита будет рисовать. Привет. Катя сядет позировать. Спасибо, что take a picture. Yes. It's Sasha. А на портретике-то я. Прекрасно. Ну что, приступаем? Никита. С моделью мы уже знакомы. Так, сейчас у нас будет перформанс. Ученики Саши будут рисовать Катю. Марин, мы тогда до воскресенья. Все, пока-пока. Пока. Кто у нас здесь самый смелый? Можно платить. Сиди, не двигайся. Очко и так играет. Тут видео, тут все слышно. Прямой экран, прямая трансляция. Нас смотрят дети. Нас смотрят дети. Что там случилось? Мы своих не сдаем. Да, пожалуйста. Ребята у нас очень смелые, рисуют друг друга, друзей. У нас тушью. Будем вот так снимать, чтобы сразу две картины видеть. И модель. У
что-то происходит в красном. Саш, ты пробовала кисть, которая вот черная такая? Уже хорошая? Она не графическая, а хорошая кисть. Она такой длинный, прямо. Ей можно, в общем-то, могу один раз прямо нарисовать. Вот я смотрю, да, что она. Вот, у нас как раз спрашивают, у Оксаны очень интересная кисть каллиграфическая. Это, где у нас представители Рублева убежали куда-то? Имитация белки. Я потом ее покажу. Она, в принципе, кисть для акварели, но как каллиграфическая себя тоже может позиционировать. А какая кисть у Никиты? Покажи. Белка. Да? Имитация какая-нибудь. Так, вот пошла другая кисть. Кстати, очень похожи они. Вот тут она получается. Сейчас я вам покажу ее поближе, вот эту. Синтетика. Ой, даже не белка, это просто синтетика. Рублев Аква. И вот так она выглядит. Саш, ты будешь еще рисовать? Руки отдыхают, и глаз. Надо другим добавить. Вот так? Угу. У нас уроки проходят в прямом эфире. Прямая. Пока ребята рисуют, я вам покажу графику Александры, которая участвует в салоне. Вот графика ее, это портрет дочки. В 2019 году нарисована. А вот у нас еще есть Александра Сайкова, «Потрясающие горы». Модель сидит. Активностей на салоне немного. Активности могут проходить только в составе делегаций. А делегации здесь буквально можно пересчитать по пальцам. И урбан-скетчеры рисуют, а остальным нельзя. То есть если просто художник самостоятельно выставляется, то никаких активностей проводить нельзя. А вот смотрите, какие классные мишки. Марина будет рисовать, по-моему, завтра. Могу ошибаться. Классная акварель. Вообще потрясающая. Будет Марина рисовать зайчат. Так, что у нас здесь происходит? Там
добавишь, сначала надо все намечать такими осторожными линиями, а потом добавишь таких прямо хороших, ярких. Ну, можно ко мне подойти? Пока-пока. Надо приукрасить. Можно я влезу, да? Учитель идет. И нужно приукрасить, потому что получилось так, знаешь, надо уголочки, потому что она очень улыбчивая, да, надо уголочки. Вот здесь надо тоже тень сделать. И потом, как бы, ну так как говорили, раз так вышло, что у нас лишние линии, да, то надо как бы, их как бы красиво обыграть. То есть надо, значит, вот это все в тень увести, потому что у нее здесь тем более есть тень. И у нее как бы туда чуть побольше волос. Это там все вот правильно. Это и вот тут вот, да, тоже вот так. Вот, вот. Оп. Я знаю, да. Я не знаю, как ты там видишь, но не совсем понятно просто на таком рисунке, что она, я понимаю, что она облокотилась на, боже мой, скажите мне слово, на стенку, да. Но нам это не видно, поэтому лучше этого не рисовать. И вот так вот сделать, и вот так, и так. Еще постараемся еще чуть-чуть как бы. Слушай, ну так как теперь, чтобы она не была грустная, надо как-то ей немножко веселье. Слушай, а вот такие вещи, ну, надо выдумывать, да, если уже. Ну, придется наврать. Придется наврать вот так. Как-то так. Радостнее, если нет. Что? Сказали радостнее, если нет. Ну, радостнее, если можешь, это надо в уголках. Это уже сильно... Что-то мне Катя не улучшила. Саш, садись ты уже. Я могу быть разной. Саша, мне Катя не улучшила. В уголочке надо растянуть. Ну, на общичку на Катю. Не улыбайся, чтобы ты получилась так, как там. Не улыбайся. Ну, можно я еще раз Катю попробую теперь? Да. Да можно? Катя, ты пользуешься популярностью. Мне теперь Катю хочется, потому что я тоже считаю, что она не очень получилась. Так. За работу приступает опять Александра. Ой, что у нас здесь? Ой, все прекрасно. Да нет, лицо не прекрасно. Не по все чудесно. Нарисую еще одну. Я могу более попозже. Что вы до сентября говорите? Je casse, не bouge pas, donc comme ça. Ne bougez pas. J'ai pas de papier, ça tombe bien. Il y a pas un autre carnet à dessin, j'ai pas de. Il y a pas un carnet à dessin qui traîne. Je sais pas, peut-être Anna. Вот так вот будет видно.
смотрите вот так на меня. А можно она вот так вот сядет? Двигайся. Да, двигайся. Сядьте, чтобы вы сидели, только глаза не в мою сторону. Стоите. Да, конечно. Гладки в мою сторону. Я прям с глазом. Это неправильно, неправильно. С глазок начинает. Я начинаю с глазок. Правильно? Да, с глазок. В глазах неправильно. А можно я с этой стороны встану? Надо начинать с основного. С основного. С чего нужно начинать, Саш? Нужно начинать с... как это называется? Point extremity, я не знаю, когда я забыла, как это по-русски. Значит, нужно начинать с крайних точек, вот. Обязательно нужно наметить крайние точки рисунка. Потому что очень часто так бывает, что начал красиво нарисовал глаз, а второй не влез. Вот. Крайние точки рисунка, это крайние... обычно в портрете ты какие обозначаешь? Ну вот надо, сейчас в следующем рисунке я сделаю как надо. В следующем рисунке я покажу, что значит крайние точки. Это ну, крайняя точка будет по прическе, да, там, угу. Если там до подбородка рисуешь, значит подбородок. Вот, да. Самые широкие, значит, самая максимальная длина и самая длина, высота. И самая максимальная ширина. Mm-hmm. А что, закалякало? Там все красиво было, там была хорошая видна. Да, закалякало. Ну не надо меня Можете взять сепию. У нас тоже пишут, что ой, носик короткий. Ну, модель очень рада, что носик короткий. Носик короткий, я прямо вижу, не знаю, это уже второй раз. Мне кажется, они договорились заранее, что носик будет короткий. Короткий, короткий, как надо. Я бы посмотрела, если бы был длиннее, чем надо. Да я прямо расстраиваюсь, что ж такое. Это что-то, я не знаю, прямо какая-то, не знаю, злой рок сейчас. Ну ничего. Оксана, ты рисуешь Александру? О, Оксана рисует Сашу. Вижу себя. Sinon, je l'appelle pas parce qu'elle est vraiment... Et voilà, c'est un visage angélique. Et comment elle s'appelle la jeune femme? Elle s'appelle Angélique, marquise des anges, je pense. Non? Я думаю, что вас зовут Анжелика Маркиза Нет, Александра не рисует на ивентах. Александра пишет маслом и иногда делает такие упражнения, скетчи тушью. Да, Александра? Да, это вообще для меня это тоже экзотика. Для Саши это тоже большой челлендж. Так что, потому что есть уже мнение, что ты ходишь на ивенты и рисуешь именно вот так на ивентах. Хорошая идея. Правда?
не знаю. Я вот о, прям... еще одна появляется, да, Катенька. Да я же хочу все-таки нос, понимаете? Меня же так рисуй просто нос, зачем тебе все остальное? А начни с него. Точно. Надо начать с него. Так. Александра входит в кураж и борется с... С носом. С носом. Ага. Ну, честно говоря, да, меня это как-то несколько... Задевает. Ой, у нас есть еще художники, которые рисуют Александру. Оксан, покажи. Вон там у нас Александра. Это правда. И сейчас... Нос. Длиннее, длиннее, давай еще. Ну, не такой уж длинный, да? Он мне все-таки нос такого да, размера. Давайте голосовать Катя. За длину носа. Катя. Я и знаю. Очень красиво. Ну, ты. Саша привыкла меня рисовать короткий нос. Да, это правда. Мне, кстати, да, это Оксана. Мне уже говорили художники, которые тебя ни разу не видели. Мои друзья говорили. Так не бывает, ты, да? Нет, почему ты все время рисуешь девушек с коротким носом? У тебя что, какая-то мания, что ли? Я говорю, ну. Комментарий. Мне все носы нравятся. Вот, все носы были прекрасны. Ой, ну я рада, спасибо. Ой, вот это вот прям вообще Катя-Катя. Угу. Вообще прям Катя-Катя. Она была грустная, да. Она такая обрадовалась. Подождите, тут важно еще подбородок нарисовать. Вот так. Класс. Кто у нас следующая модель с коротким носом? Надо сделать наложение из двух. Вот это. А вот у нас следующая модель Оксана. Вот короткий нос пришел. Короткий нос пришел. Встала? Вот а тебе, где кисти можно купить, спрашиваю. Здесь нельзя. Зафиксируйся. А где первая Оксана? А первая там, не знаю, где-то. Не-не, Оксана. Под низом. Спрятана. Так. Можно ручку? Оксана. Все запоминаем лицо Оксаны. Сделай немножечко три четверти. Может, другую сторону? Другую сторону. Так. Ой, потрясающе. Надо масло доставать. Да, это правильно. А сейчас ты рисуешь как надо, намечаешь крайние точки. Да, намечаю крайние точки. То есть надо сразу наметить, вот где начнется лицо и где будет подбородок. Нужно сделать, сразу наметить легкими линиями основные направления. У нее еще и наклон в перспективе все это дело. Линия носа, да, где будет тоже, и линия рта, где будет. То есть надо все наметить примерно. Я думаю, что тут не совсем права, но... Не моргай, сейчас глазки рисую.
Он, нет, как бы смотри перед собой, да, потом вот так. Короткий нос. Да. Я не знаю, корректно так говорить или нет. Маленький носик. Но Оксана сама так сказала. Нос, когда сама, то можно. Значит, можно. Некоторые из зрителей завтра бегут за тушью. Серьезно? Конечно. Решено, завтра бегу за тушью. Очень хорошая тренировка глазомера, рук, мозгов. Да, не забывайте, что на самом деле это удивительно, что, может быть, я еще выкину пару рисунков и буду переделывать их, потому что это нормально совершенно. Ненормально, когда все прямо нормально получается и все. То есть, как бы, хорошо, что брать не очень... бумагу и слушай, просто реально тренироваться. Саш, ну на самом деле можно ведь для тренировки не бежать за тушью, можно делать это акварелью или можно тушь? Можно делать акварелью. Не надо никуда вам бежать, рисуйте акварелью, лишь бы рисовать. Или карандашом. Карандашом это не то. Нет, это совсем другой эффект. Так, что у нас тут с Оксаной? Так, про кисть вопрос. Что это у нас за кисть? Девочки. Кисть. Угу. Девочки. А что это за кисть сейчас у Саши? Это какая кисть у Саши? Нижняя кисть. Калинский. Ага, это колонок. Имитация? Колонок чистый. А, чистый колонок. Причем у нас на художественных кистях действует такое правило, что на золотой обойме кисть имеет более короткую. Интересно. Я потом покажу вам все кисти, которыми рисовала Саша. Вот черная мне очень понравилась. Вика, а черная с черной ручкой это что? Вот это, да. Вот это из новой серии Аква. Кисти для акварели разработаны. Это имитация белки. Имитация белки. А это, сейчас это колонок. Сейчас колонок. Оксана, я тебе можно еще раз нарисовать? Мне кажется, здесь Оксане лет 15. Лет 15, да. Помолодела. Вообще она такая есть. Так. Оксана, дубль 2. Давай красным. Давайте. Ты про свою спрашивала. Я спрятала. Уже, наверное, сложно красным, да? Сложно красным. Ну, давай бордовым. Оксаночка, сядешь в другую сторону? Спиной. Так, Оксана меняет положение. Не в чистый пар. Ну не так, так. Посмотрите, она подмигивает, играет, улыбается. Хохочет. D'animation parce que c'est vrai que quand on a une délégation
знаю, до чого спеціально тіле жовсово на весу, Здрасте! Делайте скриншот и рисуйте тоже Оксану. Это когда я говорила про крайние точки, да, ну как-то вот так нужно стараться их наметить. И уже в эти, скажем так, намеченные рамки вписывать остальное, да? Ну, детали, да. Скажем так, как бы это абсурдно не звучало, но глаз – это деталь, да? На голове. Глаз, Оксана, это деталь твоей головы. Чем надо каких-то красивых линий сделать, хотя бы поиграть, если что-то пойдет не так. Mais j'ai jamais exposé à comparaison, j'aime bien comparaison, je trouve que c'est intéressant pour vous. Mais bon, je suis pas forcément dans votre style, malheureusement. C'est intéressant le concept en fait. Je vais vous donner mon père, je vais dire. C'est une chose d'autre, non? Та же кисть. Нет, другая. Другую уже это взяла. Это имитация белка. В предыдущей работе участвовала вот эта кисть. Это колонок. Серия 111-0-110. Троечка. Санта, как-то у тебя была больше голова закинута, чем я. Обратите внимание на вот эту кисть. Имитация белки с таким длинным ворсом. Хорошая кисть? Хорошая. Хочешь себе такую? Сложное освещение, нет четкого света. То есть в такой ситуации нужно, конечно, немножко вычленять, придумывать что-то. То есть ну, хотелось бы более резкое? Или наоборот, более... Ну, видишь, оно, видишь, тени такие. Да. Непонятные, да? Как бы непонятно, что с ними происходит. То есть поэтому сейчас я буду делать одну вещь, которую... это называется триш, как это, хитрить. Как называется? Хитрить сейчас будем. Ну, то есть, скажем так, это не совсем правильно, не совсем, может быть... в общем, будем делать вот что. Так как освещение сложное, нету четкого понимания, где свет, где тень, то есть, как бы у нее на лице прям вот есть случайные, как это сказать, случайные тени. Да. То есть, поэтому... Я буду использовать две туши, два тона. Сейчас ты берешь поплотнее, поконтрастнее. Я беру просто черную. Черную. Да. Просто подчеркиваю. Просто подчеркиваю. Ну, как бы стратегически важные места. Скажем, через камеру это смотрится очень здорово. Да, я же об этом говорю, просто потому что освещение очень сложное, но нет очень много случайных теней на лице. Поэтому просто вожу, да. Нужно рисовать лицо. Что-то как бы получается двухцветное, хотя я сторонник того, чтобы все-таки рисовать в один цвет. Тоже играешь? Нет, не играю.
и ходишь? Или ты фото, или... Фото. Фото. Ну, как-то так. Фотографируется и ходит. И рисует. Может быть, еще, и может быть, еще вот что. Вот тут у меня красная моя кисточка. Уже не знаю, где она. Ну, возьму вот другую. Она. Вот. Тут все. Тоже бесполезно. Вот так. Что ты сделала? Губки. Губки, угу. Как-то так. Ух, какая роковая красотка. Да, вот. Да. Ну что им? Следующий. Да? Следующий. Да? Давай. Ой, какая красота. А потом надо... А, следующая модель у нас Евгения. Да? Евгения, здороваемся с критиками великими. И подписчиками. Приятно, Таня. Ой, какой молодец, тоже бы похлопать. Класс. Там такая энергия, сходи туда посмотри. Прям так вот. Тут такая энергия. У нас тут одна энергия. Я не могу. Иди на звук. Так, Евгений. Ой, будет холодно, лучше накинуть. Да, да, да. Ну, Александра, как настоящий художник, в ноги бросает искусство. Можно японские граффити. Ой, граффити. Катя взяла самую широкую кисть. А я попробую вот эту тонкую себе. Давайте зафиксируйтесь. Тут сверху холодно. Вика, вопрос по кистям можно? Есть ли разница между колонком и имитацией из тех, которые мы сейчас рисовали? Сейчас рисовали имитации белки. Да. Имитируют просто белки, а не колонка. Ну, она помягче. Понятно. Она мягче. Саша, у тебя спрашиваю. Это белка. Это белка мастер, это отборный волос. Пожалуйста, белки, Евгения, давайте как-то так. А можно в 30? Ну, Элин, я позже задам вопрос Саше после того, как она нарисует. Да, давайте вопрос, что у... Александра взяла совсем тоненькую кисточку. Я просто ей хочу попробовать. Так как мы тестируем кисти, сегодня идут у нас в ход все. Скоро флейцем пойдем. Да? Да, кстати. Ну а что, очень хорошая идея. Есть же большой формат, можно и флейцем. Прическа готова. Ой, у нас час заканчивается. Заканчивается. А, ну, все, я сейчас выхожу и зайду заново, не теряйтесь. Но хорошо, что он предупреждает, что осталось 1.5 минуты и начинает обратный отчет. Прекрасно. А так вот и смотрите туда, вот на нее. Вот так вот и смотрите, очень хорошо. Может, туда продолжать. Художник рисует, художники приходят, художник художника... Каждый, все рисуют друг друга. Кисточку это у нас разрабатывали иконописцы. Поэтому у нее такой окрас, что черный хвостик, а здесь они просили именно, чтобы было не окрашено древко, а вот, чтобы удобно держать, чтобы не скользила ручка. А вот Александра как раз, по-моему, преподает иконопись, да? Нет, я не преподаю иконопись. Это я в иконописной школе, я преподаю академический рисунок. Вот. Смотрите, так на нее же. Чуть-чуть туда повернитесь. Чуть-чуть. Нет, повернитесь туда. Немножко. Немножко. Немножко в мою сторону. Не так сильно. Вот так. А глазками на нее смотрите. Я могу вот так держать. Очень холодно. Что будет с носом? Да. Только что про это поговорила. Целый квест с носом. Ты меня понимаешь, да?
Да. Такая. Главное, что девчонкам нравится, что он покороче всегда. Естественно. И мало держит, да? Мало держит, но ей как-то интересно. Нравится? Ну, интересно. Нет, это не моя любимая, но нравится, да. Она дает какой-то интересный совсем... Интересно дает штрих, и, в принципе, ей можно вот, например, такие вот вещи делать. Как бы штриховать, что ли. Ну, то есть, как бы совсем другой рисунок можно ей делать. Очень красивые такие кисточки. Сделаем скриншот модели и тоже ее нарисуем. Саша, ворвешься, теперь будешь на мероприятия ходить и рисовать. Поле деятельности новое. Вот, вот, вот все удивятся, да? Саш, вот где найти эту грань, чтобы не перетемнить, не переборщить с черным? Это что очень легко, в принципе, сделать. Ну, это вообще нужно как бы просто в процессе... От практика, да? От практики, да, зависит. Но, я, кстати, вот эта кисть, я просто, например, сейчас не ожидала, что она такой даст неожиданно. Что она наберет такое пятно. Поэтому ну, можно всегда, ну, может, не всегда, конечно, но часто можно как-то переиграть. Можно просто добавить какие-то вещи, скажем, вот, например, здесь вот, например, нужно подбородок чуть добавить. Тень под подбородком, да? И вот, например, вот здесь вот тоже. Я, например, у нее очень взгляд такой, ну, наверх. Да, глазки подведены. Да, и это было как-то так, вот, еще больше взгляд подчеркнуть. Это может просто дать что-то другое. Бровки. Не совсем. А нижнюю губу не будешь? Класс. Мне, например, хочется вот здесь вот у нее тень, угу. Хочется ее как-то тоже подчеркнуть, потому что и вот так. В общем, да, как-то вот так. Ну, хотя я бы не отказалась, например, если бы просто я знала, что вот так вот она наберет вдруг неожиданно, что у нее есть такие возможности у этой кисти, я бы, наверное, бы не стала бы делать, я бы осталась бы на тонкой. Я поняла тебя. Ну, это как бы эксперимент, это же... Да. Ой, у нас больше художников появилось. Художники рисуют художников и моделей. Под подпись? Исторический момент. Класс. Так, кто у нас следующая модель? Я хочу. Порисуете? Можно я? Иди. А давайте вы попозируете, она порисует, а потом я вас порисую. Давай. А вы рисуете? Я согласна. Я рисую. Да кто знает, сейчас посмотрим, как будет. Так. Ну, кубизм тоже стиль. Следующая модель у нас Лена. Знакомьтесь. Добрый вечер. Знакомьтесь с Леной. Так, сейчас, Саш, если это можно, в процессе рисования прям подсказывать им, потому что как бы подписчикам это тоже очень-очень.
Лена занимает положение. Там тоже весело. Вот. Никита, может, тоже будешь рисовать? Так ты кисть-то не прячь, доставай. Стою. Так. Ага. Очечки готовы. Да. Что-то серьезное готов. Сейчас будет. Рукава. Вот исторический момент. А, акварель, ага, акварель. Так, Леночка заняла позицию. Ну, поехали. Все, не дышим, да? Ой, а можно, да, можно волосики за ушко, пожалуйста? Да, красной тушью уже рисовали, вон там. Оксан, а покажи работы красной тушью. Спасибо. Что там у вас? Штопор. Сухой инструмент. А, у меня тоже есть в сумке, лежит вчерашний. Ну, в первый день на вернисаже без штопора-то худо было. Пришлось кистью. Я ни разу не пробовала. Никогда. Так что первый раз даже не знаю. Александра? А подскажите, с чего помощь. Начать? Про крайние точки, про глаза, уши и ресницы? Да, я никогда не рисовала. Как это? В смысле... Да. А что пришла, да? Рисовать. Мы рисовали уже много раз. Голову. Ушки надо наметить. Какое выше, вот это ниже, по-моему. Да. Немножко надо выше. Подбородок. Потом скулы, да? Потом, ну и так далее. Я тут немножко криво стою, мне неудобно. Потом копик какой. Сейчас, мне кажется, у Лены глаза начнут увеличиваться. Так, что они там рисуют? А потом мы тебя разрисуем по номеркам. Александра, сколько у нас сегодня моделей? Я уже сбилась со счета. Саш, скажи о себе, пожалуйста, где ты училась, что ты закончила, потому что вопросов много, а я не могу на них ответить. Я училась, больше всего я... Больше всего. Вспоминаю с добрым словом Краснодарское художественное училище, вот где училась у Коваленко. И потом я училась... Великой эпидемии культуры. Эпидемии художеств. Да, эпидемии культуры в Краснодаре же. Ну вот, значит, потом я училась много в частных мастерских. Я училась у Воржева. У кого? У Воржева. Воржева. Я училась у Николая Лоя. И как бы я думаю, что очень много подчеркнула именно от этого общения. Вот. И, ну, это, в принципе, это было уже очень давно, потому что уже очень давно я не учусь. А преподаю? Я преподаю, да. Но вот в целом художник должен всегда учиться. То есть нельзя думать, что диплом получил, и все уже всему научился. То есть я учусь всю жизнь, даже сейчас я учусь. Сейчас я, ну, допустим, беру стаж у известного художника Франса Море, который аниматор, концепт-художник. У которого много книг. Франса Море? Да. Нет, со это... скетчами. Да. Я коллекционер его книг еще до переезда. Он очень классный. Да. Вот. И то есть, вот я вот к этому призываю.
все считают, что это нужно всегда делать, всегда, всегда есть чему поучиться. Что еще я себе рассказать? Я за все берусь, мне все интересно, я все пробую. Ты уже 12 лет как живешь в Париже? 11, почти 12. И чем ты здесь занимаешься? Ты преподаешь в своей мастерской, в ателье? В основном я рисую. На заказ, просто для себя? Но отказалась от этой светлой идеи, потому что, ну, есть свои тонкости, когда ты очень много пишешь, а выставить тебе нечего, потому что, ну, в общем-то, просто руки для чужих людей. Хотя, конечно, это разные заказы бывают, бывают другие заказы. Бывают заказы, когда заказчик тебе дает полную свободу, но, к сожалению, здесь это не был тот случай. Поэтому я преподаю в своей мастерской, рисую, выставляюсь. И девчонки сегодня, которые пришли, они твои модели и твои ученицы. И мои друзья. И твои друзья. И мы сейчас посмотрим, да, что у нас, да, что у нас здесь уже нарисовалось. Какие-то есть комментарии, Александра? Все хорошо. Тренировано. Да. Ой, а Никита-то тоже там что-то у нас рисует. А потом у нас еще там есть художники. Да, Александра преподает в своей мастерской и академический рисунок в школе иконописи. Никита. Реснички и бровки чуть-чуть, там уже видно. Это веснушки? Нет, это бровь. Нет, там на носике веснушки. На носике веснушки. Даже если эти воспринимаются. Ну, я сам так по-другому вижу ракурс. Вроде здесь стояли, тут совсем другая девушка. Анна дарит кисти, на которых написано Анна Филимонова, Бай Рублёв. А можно как-то
немножко вот здесь мне сделать фильм. Как-то вот мне бы хотелось. Ну, можно. На скулах? Да. Ну вот для этого, наверное, классно было бы водорастворимую, да? Размываемую. Для этого классно вот. А, ну вот, так и есть. Салфеточка там есть, если что. Ну тогда нельзя игнорировать, если такое делаете. Нельзя игнорировать тогда все тени. То есть нужно все равно как-то мне понравилось, кстати, то, что да. Так, что происходит у Никиты? Тоже слышу. Уже есть губы. Так, Никита, что еще есть? Не отвлекайся, рисуй, мы тебя снимаем. Ну, камеры повсюду, что делать? Жизнь такая. Сложно быть. Ну... Я подписываю. Давай. Так, у меня тут же несколько подписей, но делаем повторение. Быть моделью на выставке не так уж и плохо. Так. А мне очень понравилось. Хорошо. Очень-очень. Отлично, отлично, наоборот, ну почему? Очень а вот, нет, а вот у Никиты, нет, посмотри, нет, как хорошо. А мне кажется, нет, нет, хорошо. У тебя наоборот все открытое лицо, наоборот красиво. Тоже здорово. Ну типа там плитка или что? Я вижу, я себя отсюда сама хуже. Замерзла? Посидишь еще? Горячее было. Так, Александра корректирует работу студента. Саш, садись. Что, опять? Да. Да, Леночку. Леночку нашу. Я тебя сейчас все нарисую, мне понравилось. А у нас вот вопрос. Девушка, которая рисовала вот этот рисунок, она рисовала до этого? Да. Ага. Рисовала, значит, раньше. Ну, я только не тушь. Мы же без нее занимаетесь. Не только путь, да? Да, рисовала, только не тушью. Да. Ну, очень так красиво, что. Прям Лена на тебя тоже. Я, ну, мне помогает. Ну, все равно. Я себя смотрела, мне не было очень. Мне так много, надо рисовать. Не знаю, что ты интересно. Поприседай. Сюда лучше посмотреть. Я понял, что... Никит, ну что там? Я тебе буду отвлекаться.
где колонки? Почему их убрали? Куда делись колонки? А колонок вот здесь, вот он. Так, нет, это нет. Нет. А, вот он. Нет, вот, наверное, тоже вот он, нет. Как нет? Точно, это он. Там. А, у Никиты. А, спасибо. Ты хочешь? Нет. Нет, спасибо. А мне понравилось. Да, вот круто, мне тоже. Вообще киточки крутые. У меня две такие дома есть, я кайфую. Спасибо. Если нам получается, то киточки. А можно мне это? Да, вот так. Ну, не совсем круто. Чуть-чуть еще, чуть-чуть туда, может, еще немножко. Например, профиль. Когда рисуем профиль, очень важно, чтобы был этот, сразу обозначить, как это сказать, присмотреться, чтобы был профильный угол. Это крайние точечки, то есть даже если он у вас не видно, носит прямо силуэтом, все равно нужно его... Об этом нужно думать. То есть какой он. Это потому что прямо сразу характер задает. Ну чуть-чуть погромче, а то они так шумят. Я, да-да, хорошо. Вот я пытаюсь сразу как бы лобик. Крайние точки. Ухо. Ой, ухи. Да. Лена, вы все в одном модельном агентстве? Что мне это вообще не модель. А, давно. Что-что? Бабушка для модельного агентства. Есть такое, да? А наклоните чуть подбородок вниз, потому что вы чуть-чуть подняли, да, чуть-чуть, да, да. К нам идут представители Русского культурного центра. Анна, к нам гости. А? У нас гости. А, здравствуйте. Смотрите вниз, пожалуйста, смотрите, как сразу посмотрели. В прямом эфире рисуем с натурой. Какой красивый у Лены глаз получается. Шикарный, я тут чувствую. Чувствуешь, да? Какой рисовали?
выставим ли мы работы, когда все закончится. Я думаю, что, Александра, мы их пролистаем и видео снимем, да? Конечно. Ну, в смысле, не снимем, а продолжим эфир и пролистаем все работы. Кто сейчас рисует? Рисует Александра. Здесь Лена. Здесь Александра. Это Колонок, да? Тебе понравилась Колонок. Кисть Колонок? Ну, это моя любовь. Колонок, это ты и маслом пишешь колонками. Да. За редким исключением бывает, когда я что-то рисую не колонками. Как найти в Инстаграме? Я писала сторис о том, что будет эфир, поэтому пролистайте мой сторис и увидите ник Александры там и переходите, подписывайтесь, задавайте вопросы, приставайте. Класс. Мне еще нравится, что у Лены веснушечки. Веснушки надо. Какая добрая Лена. Мне кажется, нам нужно подружиться, чтобы рисовать Лену. Рисуйте меня, рисуйте. Мне так нравится подпись твоя, Саша. Да, это у меня Эйфелева башня девочка. Эйфелева башня девочка. И фамилия заодно, и имя. Да. Так, меняем позу. Как вам, если вам удобно, то мне. А давай попробуем на другой бумаге, может? Не хочешь? Или давай, такая... попробую на другой бумаге, даже другой кисть. Прости, Лен. Евгения, что у нас там? О. Немножко длинный нос. Я его сначала подумала. А так дружили. Жалко, что стирачки нету. Где стирачка? Мне как подправить? Кстати, ты так? А как вам удобнее? Мне а было хорошо. Мне попробуй вот этой кисти. Это тоже что там? А, это та же. Белка. Для... белка. Да, это белка, которая для иконописи. Да, и чуть-чуть еще. Нет, не так. А можно и больше писать, правильно? Можно, конечно. Можно взять у китайцев напротив, можно взять рисовую бумагу. Вот, Гонконг. Куда они денутся? Ну, это как бы дает такую рваную какую-то линию. Ой, очень классно. Так она очень изящная и ажурная. Да. Особенно еще когда замерз, руки дергаются. Да. Оно как бы автоматически получается ажурно. Оксана рисовала Никиту. О, классно, кстати, получилось. В любимом стиле без лица. Пока. Слушай, кисточка потрясающая. Да.
спрашивает, как кисть называется. Это новая кисточка Рублев, серия 341М. Белка. Белка, мастер. Специально разработана для иконописи. Оля, ты не хочешь? Оль. Нет, у меня тут. А, я вижу. Так, я размазала что-то, но там еще страшно. Никит, давай рисовать. Вот что уже, что даже потом не покажу. Давай. Вон кистей еще целый килограмм, можно какими угодно. Сделал абстракцию. У меня есть просто карандаш, хочешь? Лена, какие они. Они вот не сдаются. Мы сдадим себя. Да. Очень классно. Лена вообще. И видно, что и бумага другая чуть-чуть. Да. Ну, потом можно будет эфир пересмотреть, кстати, интересно будет. Который консон скетч, да, для рисунка? Да. Саш. Да-да, консон скетч для рисунка. На ужин, если не обратно, то ездил во Францию, поехали. Приехали с польской семьей, и они на обед. Очень уже холодно, реально, просто уже руки не чувствую. Ну, это не запущено, ладно. Сложно уже как бы управлять кисточкой. Просто реально пальцы замерили. Саша, что не понравилось в прошлом? Почему ты хочешь перерисовать? Ну вот для себя самой. Хочется. Потому что у нее тонкие черты, сложное лицо. Сейчас сфотографируемся. Да, сфотографируемся? Да. А от прямого эфира? Да, сейчас Саша закончит, и мы вместе. Саша красивый сейчас идет. Ой, какой интересный. Смотрите, как похожа девушка. Мы, знаете, подумали, что Сашу будем приглашать на мероприятие, она будет рисовать с натуры гостей. Точно. Человек без лица. Приглашу тебя на свадьбу художником. На свою. Шаржи рисовать. Чем рисую? Тушью. Тушью и кистями рублю. И вот эта кисть понравилась очень. Она была разработана специально для иконописи. Она очень красивая, дает линии. Очень красивая. Да, ну вот как бы это... Да, класс, Лен. Чудесно. Ребята, спасибо всем, кто был в эфире. Мы покажем позже вот те все рисунки, вот эти все. И Саша ответит тоже на вопросы. С удовольствием. Я просто немножко...